Dmitry Strosev was born in 63 in Belarus. He graduated in architecture, interesting, from the Belarus Polytechnic Institute in Minsk. He is currently head of the New Pels Literary and Publishing Project and editor of the Minsk School, a poetry magazine. His selected poems have been published in numerous magazines as well as in anthologies and translated into many languages. Pesnik Dmitrij Strocev se rodi leta 1963 v Minsku v Belorusiji. Na Beloruskem politehničnem inštitutu v Minsku je diplomiral iz arhitekture, trenutno je vodja literarno-založniškega projekta Novi kožuhi in urednik pesniškega zbornika z naslovom Minska šola. Njegove izbrane pesmi so bile objavljene v številnih revijah in antologijah in prevedene v več jezikov. Dmitrij Strocev. Молчание Адама, Ани, жене и соавтора. Ей, я устал. Отец не угомонный. Загляни в свой мрак, говорила она, когда закроешь глаза любви, найдешь его там, и с закрытыми глазами познаешь, ничего не стоит этот прах, ничего. Это она тебе, говорила, мой свет. Не обижай лучезарную сестру твою, не закрывай глаза, не бойся. Военный турист. Я провинциал. Не бывал за границей, а тут предложили место к танке. Не удержался. Побывали, поубивали, схинвали, горе, поти. Какие горы, какое море, какое горе. А это уже на всю жизнь впечатление. Планета болельщиков, спортивный курьер, первая полоса. Я болею за клуб Европа. Я хочу, чтобы наши всегда побеждали. Хочу, чтобы мы побеждали красиво. А если красиво не получается, ну и хер с ним. Важно, чтобы всегда, всегда побеждали, потому что наш клуб Европа. Вторая полоса. Я болею за клуб Израиля. Я хочу, чтобы наши всегда побеждали. Хочу, чтобы мы побеждали красиво. А если красиво не получается, ну и хер с ним. Важно, чтобы всегда, всегда побеждали, потому что наш клуб – Израиль. Третья полоса. Я болею за клуб «Россия». Я хочу, чтобы наши всегда побеждали. Хочу, чтобы мы побеждали красиво. А если красиво не получается, ну и хер с ним. Важно, чтобы всегда, всегда побеждали, потому что наш клуб – Россия. Четвертая полоса. В новом выпуске с нами болельщики клубов «Америка», «Грузия», «Китай» и «Белоруссия».
Душа милой Франции, я встаю, посвящайте. Ошибаетесь, Франция, мрачная страна. Мы бы уже не могли жить в Белоруссии. Слушай, Минская рать, полный отстой, где культура? Парижане поверхностны, это им не надо идти в глубину слов. Они скользят, тьма нательная, вещая слепота. Где вы? Где вы? Глаз слышит, где хочет, не вернемся, оставайтесь, до свидания. На площадь. Приходите с женами, позвал кандидат в президенты. Мои люди вас защитят. Мужики, отозвался другой кандидат, человек спортивный, пероходим нападение. Вот и у нас декабристы, вот и у нас кровавое воскресенье. Кровью цветет наш общий цветок, наша ненависть. Подвели под мечи хор бабочек, облако нефритов, тучу романтиков. Сдали палачу всю на армию, все бобровые хатки, все сховы десятилетия. Подержали смока за пятку, наиру славу, триумфатору, другу. Благодарим за попутку, на плацу пыльца, на ветру слезы. Мама одного из мальчиков успел только сказать, не был в метро в тот день. В тот день без сумки моего сына кто видел? Кто видит моего сына из тьмы в свет грядущий? Два письма. Письмо Богу. Мы ничьи. Мы тебе не стадо, что ты держишь нас за овец. Нам и крови твоей не надо. Отойди от нас, наконец. Письмо князю. Мы твои. Мы ему не стадо, что он держит нас за овец. Нам и тело его не надо. Умертви его, наконец. Павел Гольдруб. В саду открытая земля, как черная постель, и никому сказать нельзя, что плеч еще тесней. Среди распахнутых корней и согнутых локтей углы и головы детей, овал матерей. И так дыхание дрожит, и так земля парит, как будто для меня магнит, и вся семья лежит. В саду открытая земля, как черная постель, и никого предать нельзя, и не рыдать на ней. Светлане Алексеевичу. Земля крепостей стерта до десен, дикое поле европейских споров. Эй, ленивые, живо к нам, в новый век, кличут соседи. Из угольных куч, из землянок выходим блаженно. Тихое солнце, как верную новость, целую. Свет мой, я твоя пыль танцующая. Хвала.